В Камчатском специальном доме ветеранов работает школа реабилитации и ухода. Это форма обучения граждан практическим навыкам общего ухода за людьми, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию. Занятия предназначены для родственников, которые осуществляют уход за маломобильными гражданами, а также для самих граждан пожилого возраста и инвалидов, которые хотят максимально сохранить способность к самообслуживанию. Получить консультацию и записаться на обучение можно по телефону 307-388.